Нагнулся раком, блядь, я чё-то в задницу яму лезу. Всем йоу, чуваки, с вами я, PandaFX, давненько не было FIFA Street, и у меня появилась одна интересная идея. Вы постоянно в комментариях пишете, мол, почему нет этого фифера, того фифера, и с этого дня есть возможность как-то повлиять на все это мероприятие. Все работает очень просто, в комментариях оставляете, кого вы хотите видеть в следующем FIFA Street, допустим, хочу видеть Ласса Усанеску. Если этот комментарий будет достаточно залайкан, то, собственно, я беру следующего фифера в свою команду, и мы играем уже с ним. 1xBet – надежный букмекер. Делайте ставки на спорт по самым высоким коэффициентам и зарабатывайте больше. Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xBet прямо сейчас. А сегодня, собственно, идем играть. Сейчас у нас будет полуфинал, финал, и что будет дальше, понятия не имею, собственно. Погнали. В последнем видосе For the Resort что-то жаловался, мол, Андрюха, я не голкипер, ты ебанулся, что ли? Окей, Тёма, я принимаю твои пожелания. Теперь ты будешь играть в полузащите. Ну чё, пацаны, погнали, это полуфинал, надо тащить. Я буду очень сильно стараться, фокус-покус делает Финита. И Финита, как всегда, вот, блядь, Финита любит финтиться и делать какую-то хуйню. И делать какую-то хуйню. Ну, как бы, по факту я это делаю, но неважно. Так, Тёма, For the Resort, ну-ка, For the Resort! Блядь, For the Resort, ну как ты так? Ну, Андрюха, что ты делаешь, блядь? Так, Форзервер, что ты умеешь? Что ты умеешь вообще? Ты финтиться умеешь? Бля, братан. Опа, ну нихуя, ну нихуя. Тёма, блядь, что умеет? Так, это Тате какой-то. Что это за дредастый парень? Так, сюды. Гудмакс, ну-ка! Бля, Гудмакс, ну-ка! Да, Гудмакс, ты что творишь, блядь? Ну, давай, выебнись. Опа, ну, хороший финт, хороший. Да-да-да, всех развел, всех наебал. Окей, братан. Так, 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 давай, For the Resort, For the Resort, ну-ка! Блять, Тёма, что за удары? Бля, братан, можешь, блять, обратно тебя на ворота поставить? Ой, блять, убегает! Фу, кефир, бежим в атаку, пандос, давай, братан, давай. Я по привычке, блять, ЛТРТ нажимаю. Ух, неплохо, ну, блин, вот батя, ну, просто батя, нахуй. Кто, если не я, будет тащить эту команду бомжей? Форза, Форза, ну-ка. Тёма опять не забивай. Да ёб твою мать. Ой, блядь, с центра поля нахуй проходит. Хорош, For the Resort. Вот, в дефе может ему стоять, а хуй знает. Ну-ка, Тёма! Тёма, наконец-таки, забивает! For the Resort, спасибо огромное. Сотый попытки. Посмотрите, ну здесь, конечно, провал в защите у него был. И тут... Так, что-то у меня крутит. Верчит этот дрыдастый, блядь. Ты чё, хуел, что ли? Ну-ка, съебался, блядь. Слышь ты, блядь. Чёрный. Съебался. Да, бля, нет! Голкипер! Кефир, хорош! Да, блядь, выходи дальше, Серега! Блять, ну это пиздец какой-то. Серега обосрался. Бля, ну вот здесь, ну ты да, дальше беги, ну хуй ты встал-то, олень. Ну, в смысле, не Серега олень, а его моделька в игре олень. Короче, вы поняли все. PandaFX. Нихуя там Тёма отпиздил, слышь ты, блядь. Че себе позволяешь, нахуй? Одна секунда, свисти. Все, победа. Заебись, сейчас будет финал. Так, я немножко себя подкачал, дал скорости, удара, дриблинга и атлетизма. Кефиру я все очки даю на голкипера. 4 сразу. Надеюсь, что это реально будет заметно. Эль Классика даю 2 к дриблингу, 2 к удару. Ну, я так понемножку пока что распределяю очки, кому что там. Итак, пацаны, на финал я ставлю Кефира на ворота, Акула, Эль Классико, Финита в центре, и я буду в атаке. Давайте, пацаны, вы обязаны затащить. Эль Классико. Эль Классико штаны на 5. Блять, что за дерьмо? У Германа моднявые рыжие штаны какие-то. Что за дичь, блядь? Кто как по кайфу оделся вообще в этой тиме? У нас вообще прям чувствуется командная игра. И... Давай! Ну! Добей! Собака! Хорош! Вот это было очень круто! Ну-ка! Ебать! Вот это голешник! Вы это видели? Охренеть! Это просто гол тысячелетия! Бля, повтор! Эй, повтор! Вы что, охуели? Видали, как я ушел боком и лонгшотик зарядил? Ну, слету, слету, акул! Акул, гол, 2-0, фига себе! Че происходит? Изи просто. Это акул вроде забил, как я понял. А не, или это не акул? Не, это не акул, кажется. Или акул. Бля, я не знаю, кто это забил, но в любом случае, пацаны, 2-0 в финале. О нет, о нет. Ух, кефир, хорош. Хороший сейв, прям охуенный сейв. Ну че, пацаны, пока что ведем 2-0, второй тайм, погнали. Я прошу заметить то, что моя команда очень круто обороняется. Прям вот после того, как я дефу дал своим пацанам, они прям круто стали стоять. Ебать, акул, ну ты, конечно, переоценил себя таким финтом. Нихуя. Прям красиво было, но бесполезно. Так, ну давайте, подходите. У меня вот такой вот финт же есть, я забываю про него. Надо его юзать почаще. Блять, ну вот что я делаю? Ну это может быть привоз. Но финито хорош. Так, давай, давай, финито, финито. Пас на пустые!
Да, блядь, акул, ну что ты творишь, блядь, братан? Нихуя себе. Блядь, ну если бы он сейчас забил, я бы даже поаплодировал бы этой красоте. Так, давай, пандос. Хорош, блядь, вот это я нахуй уебалый. Блядь, не получается. Давай, навес, навес. Блядь, прям в руки. Опа, неплохо. Блядь, кто это, опять акул, что ли? Блядь, акул просто все засирает, блядь. Так, Агуэра, что, блядь? Агуэра там было написано. Против меня все это время играл Агуэра, но наверняка это не тот Агуэра, о котором я подумал. Это гол. Нет, Серега! Фуф, повезло, повезло. Да нет, Агуэра. Блядь, вот как отобрать мяч у Агуэра? Ну, смотри, что он делает. Это, кажется, настоящий Агуэра. Я не могу так ошибаться. Да отберите мяч у Агуэра, ну что он творит? 9 секунд осталось, все, выносим, пацаны. Еее, Кубок Чемпионов, блядь, конечно, как всегда, у FIFA большие проблемы. Кубок Чемпионов. Алло. Здорово, я там беседу написал, ты не видел? Итак, пацаны, я как понимаю, нас сейчас переносит во второй этап какой-то. Так, ну что, Пана 2 на 2, Денвер, Фристайл, Чикаго 6 на 6, 5 на 5, Майами Футзал Кап. Фига себе, 4 на 4, короче, много чего тут есть, и я думаю, в этом выпуске я, наверное, еще один матч сыграю. Так, чуваки, играем 6 на 6, Кефир, Фломастер, Финита, Эль Классика, Миллер, Панда FX. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Я вроде 6 на 6 еще не играл ни разу, 5 на 5 вроде было, а вот 6 на 6 я не припомню. Вау, прям вообще футзал такой, я смотрю, это первый раз, да, первый раз сейчас будем играть в это мероприятие. Посмотрим, что из этого у нас выйдет, прям интересно. Так, ну-ка, подачка, и... Блять, ну это было бы красиво. Головой, уху, голкипер как опасно выносит. Так, Панда FX, хорош Панда FX. Хорош Панда FX и, блять, вот это классно, на финтах прошелся. Финито, штанга. Ну, Финито зарядил, так зарядил. Практически удалось. Бля, фломастер, фломастер, ну что это за движение, блять. Надо фломастеру, короче, скиллы прокачать, я понял. Ой, блять, это гол, да? Это кефир, нет, кефир! Серега, какой сейф охуенный, Серега снова тащит, блядь. Вы только посмотрите на то, что творит этот молодой человек. Блядь, да отберите этот мяч, или классику, ну ёба народ. Ну в чем твоя проблема, блядь, Серега, выходи. Серега, опять Серега тащит, блядь, это просто смешно. И мы все-таки пропускаем. Ну что это такое, Серега, ну. Ладно, бывает. На нахуй, блядь. Бля, ну это классика, ну это классика. Мог бы и в девятину заебашить. Да, блять, что с защитой, блять? Серега снова тащит. Бля, просто в ахуе, нас просто раскидывают, как не знаю кого. Посмотрите, что эти ребята делают, я просто в шоке. Фломастер. На Панду FX, нет, это Гена Миллер. Гена Миллер, давай, братан. Давай, братан, ну, кому давать, опять же, ну смотрите. Ну вот что это такое, блять, никто не идет в атаку, блять. Ух, Серега, блядь, ну если б не Серега. Итак, чуваки, первый тайм, 1-0 просираем. Пока что плохо вообще у нас что получается в атаке. Все пиздец по-уебански, но надеюсь, что затащим. Панда FX, ну-ка, братан. Ну кто если не я, ну кто если не я будет забивать. Блядь, что такое, что? Что? Что это такое, блядь? Вы это видели, блядь, что это такое? Нагнулся, раком что-то стоит, блядь, охуеть. О, господи, что это такое? Вы посмотрите на это. Блять, обнял такой, стоит, танцует, блять, нагнулся раком, блять, я чуть в задницу яму лезу. О, господи, что происходит в этой игре? Эль Классика, ну-ка, лонгшотик. Бля, ну Эль Классика в своем стиле. Еще один лонгшотик. Ну, во втором тайме мы посимпатичнее смотримся, если честно, как-то вот шансов победить у нас чуть побольше. Но счет 1-1. Эль Классика на Миллера, Миллер на фломастера. Фломастер, давай, братан, штанга от фломастера, что, блять? Да, что-то нам не везет. У нас уже вторая штанга получается. То у Финита, то у Денчика, блядь. Ну и давай сейчас в следующей же атаке забей мне. Нет, Миллер хорош, отборолся в защите. Хорош финт. Хорош, просто супер. Ну, блядь, что за пас, блядь. Ну, Гена, да что за хуйня, блядь. Твою мать, да как я не забиваю. Это такие моменты очевидные. Ну просто пиздец, бери, забивай. Охуеть, он подскользнулся на мяче. Что, блядь, что, блядь. Что, блядь. На мяче подскользнулся, ну какого хуя? Ну это бред, про... Кефир там как будто отсасывает у него. Я в ахуе просто от того, что происходит в этой игре, блядь. Это что такое вообще, блядь? На 17 секунд остается, шансов просто практически нет, 14 секунд. На одну атаку дай провести, братан. Одну атаку. Ну, что ты делаешь, блядь? На месте стоишь, кувыркаешься? Что это?
такое, блядь? Я просто не понимаю. Подключите геймпад, у меня же все отваливается тут. Я просто в ахуе, бля. Какое говно мы пропускаем и что происходит? Да. Ну, как-то так, пацаны. Я пытался, я старался, но какой-то пиздюшатник происходил в конце. Вы сами все это видели. Если вы хотите поскорее четвертую часть, давайте наберем 25 тысяч лайков. И четвертая часть не заставит себя долго ждать. И с вами был я, PandaFX. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем хорошего настроения. Покедова.